сегодня мы будем очищать личико наше. Очищать личико аппарата. Сейгард. Зейгард. Сейгард, правильно, не знаю, как вот такой аппарат. Короче, сейчас начнем. Клиентке мы одеваем шапочку. Личко. Волосики берем. Сюда, наверное, мы сейчас сделаем салфетку. Слюнявчик. Ну, это вот потому что там надо. Что мы делаем для начала? Сначала мы протираем всю косметику. Убираем. Это предварительное очищение. Просто мы убираем немножко косметики, чтобы потом мы аппаратика будем убирать, чтобы не так уж забился он сильно косметику, потому что косметики много. Тональный крем есть. Просто протираем сначала, убираем тоналку. Так, наверное, я включу вспышку. Темновато. Дальше. Мы берем скрабик золотой клир с мятой, вот так, хорошо, так-то надо, с абразивными частичками. Он очень бережно действует на кожу лица. Короче, у нас будет такое хорошее очищение, глубокое. Сейчас мы сначала нашуркаем здесь. Следом мы все это протрем сейчас. Хотя, наверное, может быть, хватит и одного скраба. Но мы сделаем еще много косметики. Поэтому идеально хорошо глубоко очистим лицо. По массажным линиям все протираем. Теперь мы на наш аппаратик насадочка здесь уже чистенькая, на нее мы накладываем средство тоже Сейгард специально для этого, это такая гелевая текстура, и включаем. И посильнее сделаем, потому что много косметики. Двигаются ворсинки туда-сюда. Они не закручиваются и не корябают кожу. Не растягивают одну кожу. Делаем глубокое очищение кожи. Каждые 20 секунд аппарат срабатывает. Сигнал подает, что прошло 20 секунд. Пора приступать к другой зоне.
Царапает лицо, ничего не понимаешь. Все точечки наши. Ну, может быть, и не точки, но очистить хорошо. Ровно 2 минуты он отключился. Вернее, он каждую минуту отключается. Теперь мы наносим тоже средство для очищения, чтобы снять нейтрализатор такой, чтобы снять все вот эти вот гели, все наши препараты хорошо очистятся. Препараты с нашей косметикой идеально уже очистятся. И лицо приобретет естественный блеск, свой блеск, который должен быть у нее. Когда мы убираем омертвевший клик. Так, еще разок. Идеально чистое лицо. Гладкое, блестящее. Без омертвевших клеток кожи, которые мы все сняли. Так. Лицо дышит. Сейчас мы на открытые поры, на очищенное лицо, поскрабленное. Сейчас мы будем делать альгинатную масочку. Такая замечательная масочка, которая напитает нашу кожу полезными веществами. Она такая криомаска, она холодная, и за счет этого она будет немножко разглаживать и морщинки, и питание кожи. Так, дальше. Сейчас я разведу альгинатную маску. Так, накладываем альгинатную маску. Жидковатая. Здесь нужно еще время. А мне надо толстым слоем положить, чтобы легко снять потом. Для действия с другой стороны. Вот она потихоньку застывает. Ты чуть, да? Немножко стягивает, да? Угу. Хорошо. Сейчас посмотрю, будет она так убираться. Нет, не значит, будем ее протирать. Вообще должно потолще уже как. У меня потолще. Ну, хорошо. Можно лицо? Так, мы подержали где-то минут 15. Она укладывала еще минут 5. И теперь мы снимаем, она подсохла. Она стала такая немножко резиновая. Целиком она не снимает, потому что она рвется, естественно. Немножко мы начали рано накладывать, когда еще жидкая была масса. Вот сделать, ну, не получается. Должны усики убрать. Усики еще. Сейчас уберем, значит. Ну, быстро там. В колечке стоит на возюковать еще. Сейчас. Устала уже лежать? Нет. Хорошо тебе лежишь ты. Я вот стояла, а сейчас села, думаю, как хорошо сидеть-то. Лежать-то поди еще легче. Лежи, работала же, лежи. Отдыхай. Так, ага. Пока я туда-сюда уже вода остыла. Да ладно. Греть лицо, то мы охлаждали, теперь будет такая вот крио, знаешь, контраст. Душарко. Душарко. Душарко это душарко.
тут контраст. Расческа новая. Я почувствовала. Острая такая, да? Угу. Не тупая. Не тупая. Ладно, ножницы там. Ножницы тупее, а тут расческа острая. Если у вас тупые ножницы, затупились ножницы, не беда. Покупайте острую расческу. Как в голове прилипло белые эти штучки. Они вычешутся потом уже просто. Да, если на голову думать, господи. Конечно, будешь. Покрасил бы меня, понимаете, голову бы мне помыл и уложил бы меня. Спать. И уложил. Ублажил, и да. Все такое прочее, да? Лицо прям побелело, прям реально. Я протерла тебе все его? Да, вроде бы. Усики. Перед работой мы протрем. Ну, тут мы уже не будем брызгать на лицо, потому что, чтобы дыхательные пути не попал. Ни лосьон, ни тальк. Все на салфеточку, естественно. Мы сделали процедуру сейчас, масочку делали альгинатную, у нас личико чистое все. Мы протрем еще разочек это все, потому что в любом случае мы подготавливаем кожу. Следом мы также присыпаем тальк. Тоже также на салфеточку, чтобы удобно было протереть. Мы будем убирать только усики. Здесь у нас совсем немного волосков. Немножко есть. Лишнее все уберу. Так, теперь эту процедуру я попробую сделать шпателем. Очень редко я работаю шпателем в каких-то случаях. Сегодня просто попробую тюлек. Можно сюда язычок поставить. Вот так. Язычок под губку. Протягиваем несколько раз, протягиваем чуть дальше и резко. Ага. Так вот, салфеточку возьму. Так, теперь на себя губки, вот так. Пушок хороший уже, густой, вырос у нас. Почему так заедает, застревает? Потому что волос пушковый. Моя хорошая девочка моя. Волос пушковый. Короче, пушок. Нет, он густо-густо. Вот тут, кстати, вот этот мелкий пушок. Сейчас я тоже вот так сделаю. Пушка тут много. Ничего, все это уберется. Ну, застревает, да. Тут в прошлый раз у нас было немножко. Тут прям пушок хороший. Так. Пошла, поехала. Сейчас, зайка. Вот так вот. Носом, наверное, тоже болезненно, да? Все-таки пальцем мне было удобнее это все делать. Пальцем не болезненно. Не больно? Значит, что мы делаем? Оставляем пасту на усах и одеваем перчатки и работаем. Не, я вообще тебе говорю, в принципе, можешь спать одним продолжением, делай как тебе удобно. Мне самой неудобно даже, потому что я не привыкла, все это делать пальцами. К пасте прилипает хорошо паста, к перчаткам вернее. Она хорошо прилипает и хорошо удобно все убирать. Так, теперь еще немножечко. Где-то у нас был тальк. Чуть-чуть еще помажем тальком. Чтобы кожа у нас не перегрелась, не было пятен красных. Чтобы было все хорошо. Так, и теперь начинаем. Смотри-ка как.
Сейчас, моя хорошая. Капец. Движения у нас тут резкие какие. Не удался. Сейчас все хорошо. Ты про что? Сейчас мы. Не отрывается. Да? Да. Mm-hmm. Лицо почищенное, нечему отрываться. Одни волосы не хочет удалять. Так, стоп. Стоп. Возьмем капельку попробуем пасты. Офигеть. Тут губу только не оторви. Вот это я вырастила усы, а ты говоришь, да, что там? Не, там не усы, там у тебя такой пушок. Пушок. Мы в прошлый раз убирали, но что-то как-то, наверное, не так активно убирали. Взяла немножко плотной пасты. Попробуем плотненькой. Вот и все. Почему плотно? Потому что сами видите, почему плотный. Вопросы мне задают, а почему плотный, а почему мягкая? Да, пушок. Вот он залип на пушок. Мягкая паста. А его там много этого пушка. А плотная убирает все это. Ну, видимо, еще зависит от пушка. Фирмы пасты. Пушка тоже, да, зависит. А здесь нет? Сейчас посмотрю. Ну-ка, давай. Темно стало. Здесь волоски растут все вниз, поэтому... Да, это монтажники. Монтажники-высотники. Да. Так. Да. Дуть. Наташка Краснова рассказывала тоже как новое видео. Новую маску какую-то она рекламирует, она у себя на сайте постоянно делает рекламу. И эта маска такая, одевается вот так вот, она как борода. И она говорит, вот да, то у нас у женщин вот такие вот типа появляются эти всякие брыльцы и все такое прочее, да, ну подтягивает лицо. Такая, мужикам-то проще, они отрастили бороду и ничего не видно. А мы, говорит, что? Она такая... Я не хочу отращивать бороду, чтобы не было видно. Так, вот тут у тебя тоже темненько, наверное, твой автозагар или что? Хотя мы тут, в принципе, где-то задели, где-то нет. Чешется лицо? Нет. Нет ощущения, что кто-то ползает по нему? Нет. Так, еще. И в конце обязательно приталковываем опять. Ой, прикрываем поры.
Все? Так, погоди, сейчас мы посмотрим. Усики.